Вітаємо вас! В нас сьогодні цікавий гість з Німеччини. Він більше 20 років служить в прославленні, і йому є чим сьогодні поділитися з нами. Вітаю вас, Сергій! Вітаю вас, Наталі! Дуже приємно вас сьогодні бачити, вас чути. Ми би хотіли більше дізнатися про вас, про ваше життя, про ваше служіння. І я точно знаю, що у вас дуже цікаве і наповнене життя, багато різних свідоцтв, і нам дуже хочеться це почути сьогодні. І хотілося, щоб ви коротко про себе поділилися. Хто ви, як ви попали в Одесу, як ви прийшли к Богу? В юности я занимался музыкой, и даже когда учился уже в техникуме, у нас был оркестр. Раньше это так было распространено, это еще 80-е годы были, то есть это еще даже до развала Советского Союза, и там смотры художественной самодеятельности от предприятий, от школ, от всего. Это было распространено такое. И я участвовал, да, у нас в техникуме был и духовой оркестр, и потом эстрадный оркестр, и потом даже была команда там такая организовалась. Угу. А потом я долгое время не занимался музыкой, и уже когда я пришел к Богу, я пришел к Богу уже в более зрелом возрасте, это уже мне было там за 30. Это желание как-то само собой, Бог поднял это. То есть Бог, я 15 лет вообще к этому не прикасался. Там по определенным причинам И потом это желание Бог как-то естественно поднялось. То есть, когда я только пришел, и Он это поднял внутри меня, оно как бы ожило. То есть я правильно понимаю, у вас не было музыкального образования, так что вы с детства пошли и закончили музыкальную школу, там шли к этому, а потом... То есть вы просто увлекались этим, это было как хобби, как ваше увлечение, но когда вы пришли в общину, что-то там сработало, включилось, и вы захотели, наверное, этим заниматься. Сейчас. Да, это вот приблизительно так было, да. Класс. И буквально сразу я начал ходить на репетиции группы прославления. Я просто сидел в зале, у нас зал был там небольшой, и они репетировали, там занимались, а я просто наблюдал, как это все. И так все у меня было в течение года. У меня были определенные обязанности, допустим, в церкви там я выполнял, было определенное служение. Но в группу прославления я пришел ровно через год. То есть вы присматривались сначала? Я присматривался, да, можно так сказать. Можно ли к ним присоединиться, или они какие-то странненькие? Да, может быть. Это была совсем не та музыка, которую я хотел играть. Это было совсем... Для меня это было новое что-то. Оно вроде бы как бы и цепляет, да, то есть где-то отвечает внутри тебя, но это совершенно не та музыка, на которой я рос, и то, что я хотел бы делать. А расскажите, как вы познакомились со своей женой? Это интересный вопрос. Ну да, это интересный вопрос. И эта история очень... тоже интересное. Первый раз я увидел ее, это когда мы приехали в общину, нас пригласили.
Я уже точно даже и не помню. Нас пригласили в общину, я тогда служил в Киеве. И мы приехали на праздник Рош ха-Шана. Угу. Еще собрания на Успенской были. Там небольшой зальчик был. И я четко помню, а Настя, она служила в группе, в танцевальном прославлении, да, или как это сказать. И я помню, они такие как проплывали, знаете, перед глазами там в этих костюмах. И я тогда обратил внимание. Я помню четко этот момент. То есть обратили внимание на одну из всего? Да, наверное, да, да. Это было именно так. То есть я помню четко Сашу Шейногу. Я помню, как Настя еще подошла, что-то с ним разговаривала, как бы. Вот поэтому я, наверное, и запомнил. Это был один из таких моментов. А потом уже я служил в группе прославления. И я даже не знаю, как это сказать, знаешь. Вы что-то увидели? Ну, не то, что я что-то увидел, а просто, ну, как мне интересен стал этот человек, да, то есть... Хотелось ближе познакомиться, то есть как бы, и если бы по-простому я сказал, как бы начать подкатывать, что ли, ну, простым языком, но Настя, она сразу, то есть напряглась, то есть и... Я не понимал, почему. Для меня это было странно, как бы. Даже как-то внутри, я бы сказал, какое-то возмущение, что ли, было. Почему так? Я ничего плохого, то есть, вроде бы, не сделал, как бы просто интерес проявил, да, то есть. Но... И я отдал это все Господу, пережил этот момент, смирился. И, в принципе, долгое время мы не общались вообще, просто вот как в общине ты с людьми общаешься. Но вы же точно молились о ней. Ты знаешь, я даже и не могу сказать, что я молился об этом. Наверное, Настя молилась. Я вот помолился и отдал это Богу. И я просто нырнул в служение в само. Потому что был очень такой период, когда служение только формировалось, это фактически оно только начиналось. И я просто был поглощен этим, и это мне помогло, вот как бы, чтобы мои эти мысли, они не концентрировались на этом. Мы знаем, что у вас две прекрасные девочки, и они тоже в прославлении. Ну, не совсем. Ну, они очень способные, талантливые. Да, они были в прославлении, когда вот еще здесь, вот в зале они стояли, там на сцене. Потом уже, когда вот они оказались в Германии, сейчас Маргарита служит в одной из команд прославления. И они на ретритах в основном помогают служить еще вместе с Софой в кафе. Да, вот так вот. На сегодняшний день это так. Сергей, скажите, что для вас
служения, прославления? Я, можно так сказать, не ассоциировал себя даже как музыканта. Просто, наверное, для меня это был инструмент, который мне помогал приблизиться к Богу. Для меня это было более понятно. Через слово, через вот песнопение, через молитву просто приблизиться к Нему. Как бы. А уже когда мне предложил раввин принять это служение, я даже думал, что я его приму на время, и придет человек, который как бы просто будет более профессиональный в этом и перехватит эстафету, а я уже просто как музыкант буду помогать. Ну, вот так вот прошло 20. А когда вы поняли, что вот вы именно на своем месте, что это то, где именно вас видит Бог? Сколько времени прошло? Я и до сих пор, наверное, не знаю, на своем ли месте я был. Просто вы узнаете это по плодам, наверное, через много лет, когда ты видишь. Вот когда я сейчас приехал, и когда я вижу, когда... Эти дети, которые росли в прославлении, они перехватили эстафету. Вот тогда у тебя, может, приходит осознание, что ты как бы делал ту работу, которую тебе поручил Бог. И, может быть, можно сказать, ты был на своем месте. А почему именно мессианское прославление? Как я попал вообще в мессианскую общину, это отдельная история, как бы, потому что я вообще ни слухом, ни духом не знал ни о каком мессианском служении. Но, тем не менее, вы увидели свою жену на служении Рош ха-Шана. Я это запомнила. И вот после того, когда я вернулся в Киев, это, наверное, провидение, можно сказать, было Божье, что Бог привел. Вот как бы дал возможность познакомиться. Потом я вернулся в Киев. Я был еще какое-то время в Киеве. Да, даже я помню, мы поехали в Крым с евангелизационным таким служением с Дэвидом Хасавеем. Когда я уже вернулся осенью, у нас было, мы делали периодические поездки в миссии по Восточной Украине. И в частности Краматорск, Славянск. И вот на одном из служений в Краматорске во время конференции я стоял в зале, я тогда не служил, я просто... привез команду как водитель и стоял в зале во время служения, и я услышал, как Бог мне сказал, что ты будешь служить евреям. Для меня это был шок, я просто не понимал. Не сделали так? Я так именно и сделал. Я обернулся, потому что я думал, что кто-то рядом мне это сказал. Я вернулся в Киев буквально через месяц. Мы едем опять туда же, в Краматорск. И снова Бог говорит. И снова Бог говорит мне то же самое. И я уже тогда поделился с ребятами. Мы ехали, возвращались в Киев. Я помню, их вез Днепр на поезд. Они ехали дальше, а я должен был вернуться в Киев. И я помню... Мы ехали, я говорю, вот так и так, что с этим делать? Они говорят, классно, давай помолимся. Помолились. Я вернулся, и буквально там в конце осени, в ноябре месяце, я уже приехал в Одессу. И это было служение Рош ха-Шана?
Нет, это я уже приехал просто. Это уже было после. То есть сначала вы увидели, услышали, и потом так сложились обстоятельства, что вы все-таки переехали. Да, может, связующим звеном был один человек, который раньше был в общине, он был тоже музыкант, и вот так вот я как бы приехал вроде бы как и к нему в гости, и в то же время в гости в общину, и мне предложили сразу пойти учиться в MGBI, и вот таким образом я попал в Одессу. Интересно, необычно. А в чем отличие мессианского служения от традиционного прославления в церкви? Я даже не знаю, как, по сути, ответить на этот вопрос. Для меня и сейчас это большой вопрос. А почему? Может быть, потому что, служа определенной группе людей, ты должен через вот культуру как-то достигать их, то есть то, что им понятно. Ты должен пройти идентификацию, можно так сказать, то есть социализацию, что ли, в эту культуру, понимаете, да? Я не знаю, как это выразить, то есть мне, может, не хватает образования для того, чтобы это, правильно сказать. Но вот мы приехали в Германию, что мы делаем? Мы проходим курсы интеграции, интеграционные курсы. То есть мы учимся изучаем язык, изучаем культуру этого народа, хотя бы вкратце. Для того, чтобы понимать и иметь возможность общаться с людьми вот на ихнем уровне. Вот здесь такой же принцип. То есть мессианское прославление — это не просто песни на иврите с танцами, с плясками, с радостью, это что-то глубже, да, это осознание, понимание культуры, традиции Бога Израиля. Да, я не думаю, что это приходит сразу, это постепенное погружение, то есть, можно сказать, и некоторые его проходят, а некоторые нет, как бы. Но и когда, смотрите, если мы возьмем Писание, когда другие из других народов стали присоединяться к верующим евреям, да, то есть что они решили? Не налагать на них каких-то вот особенных постановлений, что ли, а вот они должны были делать это, и это для них было достаточно. Да. То есть, как для людей из другого народа, да, присоединившимся к апостолам и к общине. То есть, вот так и здесь кто-то просто он помогает, то есть, и служит как волонтер, то есть, и он, может быть, даже и не проходит идентификацию, как бы. Но сама община для того, чтобы достигать евреев, и это как часть прославления, и это служение, это такое же служение, как и все остальные. Мы должны быть знакомы с культурой, мы должны погрузиться, изучать ее для того, чтобы приблизиться. Все-таки те люди, которые служат и остаются в этом служении мессианском, да, они, наверное, все-таки имеют это видение и откровение от Бога, понимание. А если даже не имеют, они обязаны просто принять это. Да. Для того, чтобы служить, как бы. Да, точно. А есть ли ваше собственное видение на сферу прославления? Как оно должно развиваться в нашей общине, в Украине? Что для этого нужно?
Прославление – это один из инструментов. Так же, как и вера. Это тоже инструмент. Это не цель. Это всего лишь инструмент. Как и любое другое служение, когда люди там служат в реабилитационных центрах, там, в служении попечения, допустим, как учителя, которые обучают, понимаете, да, то есть это такое же служение, и, наверное, к этому нужно иметь призвание. Это хорошо, когда оно есть. И человек понимает, к чему он призван. Но это не всегда так. То есть бывают моменты, когда люди приходят в прославление не потому, что они знают свое призвание, а потому что у них есть определенный дар, и они хотят служить. И Бог это принимает. И постепенно погружаясь, вот изучая, если ты принимаешь это, тогда ты потихоньку, как бы присоединяешься, можно так сказать, вот буквально я проповедовал вот в субботу, да, меня попросили, и я проповедовал по книге Аввакума. Из чего вот она начинается? Книга Аввакума начинается пророческое видение. И вот слово пророческое. Это, то, ну, это слово на иврите звучит как «масса». Это означает «ноша». И ты можешь ее принять или не принять. Это Бог тебе предлагает. И вот ну, не все готовы принять. И некоторые... Вот проходит для них это как пьедестал к какому-то другому служению. Они могут войти и служить, даже если ты музыкант, даже если ты и у тебя есть дар. Но ты можешь просто как бы пройти, и Бог тебя призывает к чему-то другому. Но когда ты принимаешь... То есть ответственность, ноша – это ответственность. Ты тогда с этим вместе принимаешь и определенную силу, и определенную власть, и определенную ответственность, ну, и права определенные даже, можно так сказать. Потому что нельзя ожидать, чтобы... это мое чисто мнение. Нельзя ожидать, что будет какая-то сила в служении, если ты не принимаешь ответственности. Понимаете, да? То есть ты не имеешь власти тогда. Вот так вот. Ну, и так формируется фактически каждое служение. Бог ищет человека, и он говорит, я искал человека, кто бы стал в проломе за эту землю. Любая община начинается с одного человека, наделенного откровением, или, ну, вот, у которого Бог влаживает это внутрь. И это, ну, он принимает это и соглашается с этим. И тогда Бог начинает прилагать и людей, и ресурсы, и все, что нужно для этого, если мы принимаем это. То есть важно быть не просто участником, но ответственным лицом, который понимает, что за этим стоит что-то большее, и не Конечно. Просто цель выйти и петь на сцене, да, прославлять, а есть что-то большее, кроме вот этой видимой картинки.
Обязательно, потому что, ну, я всегда старался задавать людям вопрос, что тебя привело сюда, именно в это служение? Хороший вопрос для каждого служителя. А где эта грань между прославлением Бога и тем, чтобы не стать просто звездой? Как мне перейти эту грань и понять, что ты уже начал ее переходить? Не всякий может выдержать испытание славой, как бы. Я бы сказал так. Но и в библейские времена были музыканты, которые служили при царях, которые служили вот на праздниках, понимаете, да? А были те, которые служили в Доме Божьем. Вот и то оно необходимо. Мы же не позакрывали филармонии, оперные театры. Они существуют, и они приносят пользу, я так думаю, определенную. То есть это воспитывает людей, как бы наполняет содержанием ихнюю жизнь. Понимаете? Да, точно. То есть как бы некоторые предназначены к этому. То есть, я не готов судить, то есть... Потому что это ответственность людей нести то, ну, и понять, вот, к чему они призваны. Это такое же призвание, фактически. Вот смотрите на Антона. Вот наглядный пример из нашей команды. Это человек, который он обучился этому дару. У него вся семья такая. Которая является просто профессионалом. Отец профессиональный, ну, преподаватель, мама профессиональный преподаватель, отец профессиональный пианистом был, да, то есть как бы это и все дети, они растут в этом, как бы. И они и служат и в Доме Божьем, и служат и там. То есть они этот дар применяют и здесь, и там. То есть что-то есть в состоянии сердца человека, да, который является прославителем. Да, а это уже выбор человека, то есть сможет он понести эту вот ношу как бы или нет, то есть вот и справиться с вот этим, с вот этой вот славой, знаете, немногие справляются с этой, с этим. Некоторые даже в юном возрасте, ну, получают, на них обрушивается просто это, да, то есть... И не знают, что с этим делать. Да, и они не знают, что с этим делать. И это многих ломает, как многие судьбы ломаются так. Поэтому к этому надо быть готовым. И я думаю, что... Ну, так вот. А в чем ваше призвание? Ну, я точно никогда не видел себя как музыканта. То есть мне нравилось это делать. Ну, для меня это был просто как инструмент, как приблизиться к Богу. И это как дар, который, ну, был внутри меня. Может быть, Бог изначально это влаживал. Потому что я помню, в юности я занимался музыкой, и я уже говорил, да, долгое время потом, и оно у меня просто вот... родилась как бы, ну, вновь, как перерождение, что ли, произошло, как бы. И мне это нравилось. И я принял это вот от самого начала. И я стал расти в этом. И я не, ну, принял это вот как путь, как цель, я увидел. Бог мне показал это от самого начала, как бы. А я еще, может, до конца не понимал. Я видел вот как бы, как образы какие-то, понимаете, да? Но я принял это. Я принял эту ответственность, и я стал, ну, просто идти по этому пути. И Бог меня на этом пути давал подкрепления, какие-то пророчества, какие-то сны, какие-то видения, понимаете, да, которые, на которых, ну,
это как фундамент, на котором я строил это, ну, свое служение. И в конце концов это мне вот, ну, стало моим служением и частью моей жизни, и моей работой фактически. Как бы. И на сегодня, ну, это меня и через это пришло обеспечение. То есть я просто поверил Богу, доверился Ему, и так и до сегодняшнего дня. Вот так. Ну, глядя со стороны, мы можем сказать, что вы очень успешны в своем призвании, и вы для нас в этом пример. А есть ли место для творчества в этом служении? Конечно. И Бог даже ожидает этого. Так происходит фактически... Я бы даже сказал так, проще, чтобы не вдаваться там в какие-то размышления такие глубокие. Я всегда придерживался такого мнения, что если человек служит в прославлении, и он ничего не рождает, значит, он временный человек в этом. Интересно. Почему? Потому что ты не можешь просто, вот если ты призван к этому делу и призван к этому служению, Бог обязательно в тебя что-то будет влаживать. То есть через обстоятельства. То есть вот у меня не обязательно, чтобы твои песни где-то звучали. На миллионных стадионах. Да. Это могут быть, это больше амбиции, наверное, как бы. Но важно, чтобы твою песню слышал Бог. И ты слышал то, что Он проговаривает к тебе. Вот чтобы была эта связь. Вот там вот и есть творчество. Там оно рождается. Как бы. Почему? Потому что даже, ну, будем так, в светской музыке, то есть есть какие-то обстоятельства, кого-то это вдохновляет, да, на какие-то там написать стихи какие-то, написать рассказ какой-то, какое-то, ну, что... Вот так это происходит, ну, ничего нового под солнцем. Понимаете, да? То есть, и когда человек служит, он обязательно должен что-то родить, как... произвести. Это не обязательно шлягер должен быть. Сейчас шлягеры пишут искусственный интеллект. Понимаете, да? То есть у меня достаточно много, ну, песен, но это не значит, что они должны звучать, и я не старался их там записывать и как-то продвигать, что ли. То есть это... Но я думаю, что было бы классно, что... Если бы творчество, которое создает прославитель, оно бы записывалось и транслировалось. У меня просто на это не было времени. Может быть, вот молодежь, которая сейчас, вот они, у них, что ли, больше инструментов в руках для этого, больше времени, потому что мое время в служении, оно уходило больше, потому что приходилось, это я, ну, можно так сказать, был, ну, формировал это служение, как бы. То есть много еще приходилось помимо этого делать. Была школа, надо было там что-то делать. Были еще обязанности в общине, которые приходилось выполнять, там, и водитель, и еще там, ну, разные. Разные. Надо было отвечать. Водитель, я, прославитель. На нужды, да. Надо копать, будем копать. То есть, но у них сейчас вот, видите, мы сидим в зале, где уже все есть вроде бы для этого. Ну да. То есть осталось только... делать, производить этот продукт.
да, многое есть, может, еще хочется большего, но многое есть для того, чтобы начать это делать. Как бы. То есть, и все уже зависит от них больше. То есть, ну, а у меня на это просто не было времени. Ну, теперь оно есть. Ну, теперь, может быть, есть, но я больше уже просто как наставник, может быть, как обучаю каким-то вещам, то есть помогаю людям, которые присоединяются к этому служению, пытаясь их вдохновлять на это, то есть, ну, вот так вот. А что вас вдохновляет сейчас? У вас есть откровение от Бога, есть какие-то определенные местописания, есть люди? Вдохновение, я думаю, мы можем черпать единственный наш источник, на котором, к которому мы обращаемся, и на чем вообще сожиждется все. Ну, это Господь, это Его Слово, понимаете, да? Это то основание, на котором стоит строить. И другого основания нету. Просто нету. Без веры Богу угодить что? Невозможно. Невозможно. Все, этим все сказано. Приходящий должен веровать. Веровать. А вера, она от слышания, от слышания, от Слова Божьего. То есть нет, то есть должно быть откровение. Я бы сказал, это то, что лично вы должны услышать от Бога. То есть я бы, ну, по-другому я никак не думаю, что это... Да, может, этот путь будет долгим, но он все равно должен прийти именно к этому. Как думаете, что самое ценное в этом служении для Бога? Ваше сердце. 100%. Да. Вот вся суть того, что вы должны услышать то, что в сердце Бога для вас, и то, что он видит ваше сердце. И ваше сердце, чтобы было открыто для этого. Я считаю, что это так. Какое у вас было самое большое откровение за всю вашу жизнь? Жизнь, служение? Самое большое откровение – это не просто увидеть, ну, услышать Бога, услышать то, что Он к вам говорит. Самое большое откровение – это увидеть свое предназначение. Увидеть, именно увидеть. Вот даже когда, ну, вот книга Аввакума, вторая глава, говорит, я поднялся на башню, чтобы наблюдать, что скажет во мне Господь по жалобе моей, или по просьбе моей, или по наставлению моему. То есть это в разных переводах вот так вот может звучать. Но чтобы наблюдать, что скажет. То есть мы не просто должны услышать то, что Бог для нас приготовил. Мы должны это увидеть. Когда мы это увидим, нам будет легко идти. Потому что и мне это в самом начале Бог показал. И я очень благодарен Ему, что он дал мне эту возможность. Потому что все от Него, им и к Нему. Аминь. Этим все сказано. Да. Мы уже будем двигаться к завершению. Еще буквально пару вопросов. Что происходит сейчас в вашем служении в Германии? Какие у вас планы? Будем ли мы ожидать
гастроли, ваши новые песни? Ну, мне больше приходится заниматься с молодежью, и это и есть мое служение на сегодняшний день. Обучать их работе со звуком, со светом, с продакшеном, вот как бы где-то, насколько я знаю, как там, то есть как больше как бы стою у истоков, можно сказать, или помогаю формировать эти служения. То есть, по сути дела, я уже не так часто служу, то есть на сцене. Мы ездим очень много, помогаем различным, ну, новым служениям, которые формируются вот сейчас в Германии, потому что очень много людей выехало, начинаются, ну, общины, церкви, то есть там это не только в мессианском служении, как бы меня приглашают и, ну, приглашали люди из там и пятидесятники там и из других течений, как бы я просто помогал им там со звуком как-то наладить там это дело, то есть, а именно как мессианским общинам мы помогаем там и в прославлении, и в молодежном служении. Наша молодежь, ну, из той общины, где я сейчас нахожусь, то есть она ездит и там и в Нидерланды, и Бельгия, и по Германии. Вот там есть проекты, даже может, сердце есть какие-то еще проекты, но для этого должна созреть почва. То есть ее нужно подготовить. Приготовить место. Будем так говорить. Библейским языком. Как бы. То есть Иешуа говорит, пойдите, приготовьте место для трапезы. Понимаете, да? И потом, когда он уходил, он говорит, я иду приготовить место для вас. Поэтому мы друг для друга готовим место. Прежде чем... Проект — это не просто там ты захотел и сделал. То есть надо понимать, зачем цель этого всего. Важна правильная мотивация. Да, точно. Цель. Зачем? То есть поэтому... Я сейчас больше участвую в проектах, которые люди делают. Ну, и община там какие-то проекты делает. И я там как помощник, как участник этого. Или шеф-наставник. Ну, вот так вот, да. А какие бы вы советы дали тем, кто начинает служить в этом служении или уже служит какое-то определенное время? Это самое главное, это понять свое предназначение. То есть, если вы даже, я помню, как-то один из учителей в MGBI во время, ну, вот как уроков, да, он как-то сказал такую фразу, если вы не имеете как бы понимания того, к чему вас призвал Бог, просто придите как бы к служителям или как к продающему, тот, кто знает, где вас применить, тот, кто служителя для этого и поставлены, для того, чтобы распознать дар, который у вас есть, и поставить вас на какое-то место. А дальше уже вы как верующий человек, как растете духовно, учитесь как бы слышать Бога, и дальше это от вас уже зависит ваше решение. Поэтому как люди, которые присоединяются к служению, конечно, очень важно, то есть хорошо, если вы знаете, к чему вы призваны, но если вы не знаете, тогда вам лучше быть послушным и просто принимать вот то, что в вашу жизнь говорят, как бы, пока вы не начнете слышать
Вот так вот. Угу. Это от самого Бога. То есть, я другого пути не вижу. И не могу ничего другого сказать. Вот так вот. Очень хороший ответ. Спасибо вам большое за такой пример веры, служения, посвящения Богу. Потому что вы очень скромный человек, на самом деле вы большой пример для других, и вы очень много делаете. Пусть Бог благословит еще больше вас, всех, кто будет слушать, смотреть нас, пусть это будет полезно, пусть это будет благословением для других. Нет большей радости, для меня, когда я стою и просто вижу, как эти дети, которые росли, они служат, когда они перенимают, и я все, чего бы я хотел, чтобы они также могли передать это другим поколениям. Вот для меня моя цель и все в этом. Так вот Израиль передал из поколения в поколение, передавал откровение Божие. Mm-hmm. Вот так и мы должны каждый в своем предназначении, в своем служении передавать вот эту, сущность, то есть, и воспитывать детей в этом, передавать им, то есть, чтобы они росли в этом, mm-hmm. и чтобы они научили еще будущее поколение. У них своя дорога, своя культура, может быть. Может, мы до конца не понимаем уже, потому что разрыв поколений – это играет все-таки роль. И надо напрягаться, и когда ты работаешь с молодежью, надо опускаться где-то на ихний уровень, то есть и стараться понимать их и, может быть, даже и больше адаптироваться в ихнюю культуру, то есть быть современным, что ли, я не знаю. То есть, да, вот так конечно. Вот. Да. То есть для того, чтобы достигать их. Но нельзя опускаться на ихний уровень. То есть ты должен подтягивать их на свой уровень. Как лидер, быть примером, и вдохновлять их и вытягивать их на Божьи горизонты туда. Быть классным наставником, отцом в какой-то степени, правильно? Да. И тогда все должно быть классно и должно быть много. Поэтому я рад для меня это удовольствие вернуться и видеть, что служение функционирует, все движется. Рад видеть, когда люди вдохновлены, они о чем-то мечтают, потому что это очень важно – мечтать. Класс. Наверное, на этой мысли мы можем закончить, чтобы каждый, кто будет смотреть, он вдохновился нашим разговором, вспомнил о своей мечте, если вдруг он ее забыл, да. И снова начал мечтать, молиться и доверять Богу и искать призвание, которое для него приготовлено. Спасибо, Сергей, вам за интересную беседу. Передавайте большой привет Германии. Приезжайте еще. И спасибо вам, что слушали и были с нами.